Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я топ-лидер номер один MLM-компании и эксперт в области продвижения MLM. И сегодня я хочу преподнести вам очень крутую тему. Как вести за собой команду и как же стать крутым лидером. В первую очередь я хочу все-таки рассказать, что такое лидерство. Лидерство – это ответственность за все. Пока ты не возьмешь ответственность на самого себя, ты никогда не станешь лидером. Хочу зачитать вам одну цитату. Ответственность – это возможность управлять ситуацией. Безответственность – это когда ситуация управляет тобой. Итак, когда вы берете ответственность на себя, вы сразу знаете, что нужно делать. Первая ответственность – это ответственность за личностный рост. Что же такое личностный рост? Это когда человек развивается, он обучается, причем постоянно, не один раз в году. Он посещает тренинги, он читает книги, он смотрит вебинары, он приходит на мероприятия. И все это очень помогает в личностном росте. Но давайте не забывать, что личностный рост – это рост не только профессиональный. Вы должны работать над собой. Вы должны быть счастливы в своей семье. Для этого вам нужно работать над отношениями в семье. У вас должно быть обязательно хобби. У вас должно быть много свободного времени, которое вы проводите качественно. Следите также за своим здоровьем. Все это входит в личностный рост. Второе – это ответственность за командный результат. Итак, не забывайте, что с командой нужно работать. Каждому своему лидеру нужно ставить цель. Помогать ему достигать этой цели, обучать, особенно на самом начальном этапе. Многие лидеры, они страдают звездной болезнью. Они восходят на пьедестал и перестают совершенно общаться с людьми. И это не работает. Обязательно у вас должны быть командные ресурсы, встречи, чаты, где вы себя проявляете как лидер, где вы общаетесь с людьми, где вы радуетесь за каждую их победу. И обязательно помогайте, подсказывайте и старайтесь, чтобы к вам обращались. Третья ответственность – это ответственность за продвижение информации. Обязательно уделяйте этому время. Рассказывайте о новостях бизнеса, компании, о трендах, о том, о чем говорит вам руководство. И, конечно же, делитесь своими приобретенными знаниями и умениями. Делитесь в постах, делитесь лично со своей командой, со своими партнерами, чтобы они дублицировали вас, то есть делали то же, что вы на основании ваших результатов. Ответственность за обучение. Во-первых, создайте свою собственную школу, если это возможно. На самом деле, с современными ресурсами это сделать вполне можно. Обучайте в чатах, обучайте лично каждого новичка. Никогда не бросайте новичка, а сопровождайте его каждый день, если, конечно, он сам этого хочет. Итак, самое главное, возьмите ответственность на самого себя. Только тогда вы почувствуете себя лидером и найдете свой путь к очень большим деньгам, к счастливому образу жизни и сделайте счастливым свою команду. С вами была Елена Коваленко. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте обсудим эту тему в комментариях под видео и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!